Здравствуйте, друзья. Вы слышите шум дороги? Вот за этой стеной, буквально вот за этой стеночкой, находится довольно шумная улица Саратога-Санивейл через черточку. А вот тут комплекс из таунхаузов. И мы сейчас, или просто кондо, ну посмотрим, да. Посмотрим, какие там квартирки, посмотрим почем. И это город Санивейл, да, можно сказать, в самом сердце почти Кремниевой долины. Пошли смотреть. Мы так идем по территории. Свет, какие-нибудь комментарии? Ну, только ближе иди к камере. Смотри, тут симпатичное, очень большое комьюнити. Так. Вот, симпатичное тут довольно-таки. От улицы шумно, но там, я думаю, не будет слышно этого шума. Потому что если парочку домиков, да, пройти, насколько... Вот уже тишина, да. Смотри, какая тишина. Да, уже тихо. Вот, значит, отошли. Уже тихо. Да. Тут такое ощущение, что даже не один юнит на продаже, а парочка. Что мы видели таблички разных агентств. И... А вот, смотри-ка. Мэгги Ли. Так. Вот такие дела. Интересно, почем, правда? Ну, там реально. Тут, наверное, школы, это все-таки петухиновские. Да, тут должны быть хорошие школы, безусловно. Безусловно. Такое маленькое патио, дворик. Ну, не знаю, метров, может быть, даже 20 квадратных такой. Заходим. Я спросил разрешение, можно ли снимать, ведь снимаем. Вот. Вот так мы зашли. Это 900 квадратных футов. Ну, грубо говоря, 80, там, 2-3 квадратных метра. Две спаленки, один туалет. Хотят они 750 тысяч. How old is the building? This is built in 1971. 71 год. Are you looking to buy for yourself or as an investment property? I'm just thinking. Okay. Да, школа очень хорошая. Так. Коридорчик. Значит, так, это один bedroom. И там у нас... Вот с той стороны это walk-in closet такой, да, вот видите, тут можно зайти. Вот я там внутри сейчас нахожусь. Walk-in closet. Обычно, если свет не горит, то, наверное, он шумит, когда включит. Ну-ка. Нет, не шумит. Просто никто не включил. Давайте оставим его так. Небольшой bedroom. Это не мастер-bedroom, туалета здесь нет. Это еще один бедрум. Так. С другой стороны, может и не быть мастер-бедрума, потому что если один туалет на весь дом, на всю квартиру, так вот, может быть, просто общий туалет и все. Стенные шкафчики вы видите. Маленький такой бедрумчик, честно говоря. Небольшой, совсем небольшой. Совсем небольшой. Так, туалетик. Ну, они с ним ничего не делали с 71-го года. То есть это видно по плиточке вот этой кафельной. Вот так делали в 70-е, в конце 60-х. То есть это все абсолютно нетронутое. Нетронутое. Да, значит, вот говорят, что два паркинга к этому делу, к этому юниту, и $300 в месяц берут за обслуживание, так называемый association fee. Да? Сдаются за где-то 3200. Вау. Да. Да, говорят, потому что здесь Apple, два кампуса Apple. Да, 3200, значит, это цена, за которую сдается квартира. Угу. Потому что здесь рядышком действительно Apple. Паркинга, мы в каждую комнату по одному development инженеру из Apple. Окей. Потому что здесь действительно очень близко. Окей, окей, да. Вот. И новый кампус Apple строится. Новый кампус и два паркинга, это тоже очень важно. Это тоже хорошо, да. Ну, конечно, квартира очень тесная. Свет, давай, Света, резолюцию какую-нибудь. Ну, надо. Смотри, тут есть плюсы, есть минусы. Давай. Плюсы, что это вроде бы как квартира, но на самом деле это таунхаус, который находится в одном левеле. В одном уровне. Да. И... Да, а в чем смысл таунхаузности?
Ну, он, смотри, у него есть свое патио. Дворик есть, дворик. Да. В квартире у тебя дворика не будет, у тебя в лучшем случае будет балкон. Да. И в квартире у тебя будут люди, которые будут ходить у тебя над головой, да. И ты будешь у кого-то ходить над головой. Я согласен, смысле, есть удобство. Как бы квартира смысле, на первом этаже с балконом, с садиком. Да, со своим садиком, то есть некоторая прависи. Да. Довольно-таки тихая комьюнити оказалась, хотя она, конечно, очень близко ко всем дорогам. И действительно здесь, очень... здесь уже дорогу не слышно. Да, и действительно это очень близко от Apple кемпуса. Сейчас Apple строит новый кемпус на Волфе. Да, вот очень близко, да. Тоже. То есть, ты знаешь что, у них, ведь нет, у них ведь нет гаража. Не-не, у них два паркинг-спаса. Вот это вот... Вот это паркинг-спас. Да, это фактически такой крытый паркинг, просто да, вот да. Вы видите. Да. Но... Да, так вот, хорошее состоит в том, что это все-таки близко к дороге. Это все-таки довольно... Это хорошо, что близко к дороге? Ну, как оно близко, но тихо при этом. Ты близко можешь добраться сюда, тут у тебя 280-й фривей будет в шагах. Да. В смысле... Да, до хайвея близко, да. До Apple вообще рукой подать. До Apple рукой подать. Можно чуть прям пешком ходить. Да. Можно, да. И все-таки у тебя над головой никто не ходит. То есть privacy есть какая-то, да? Да. Минус состоит в том, что, конечно, он очень маленький. Ну, елки-палки, там повернуться негде просто. Это правда, это правда. Я был как-то немножко огорошен. То есть мне казалось, что 900 скверфутов... И, конечно, один туалет на 2 спальни, это тоже очень мало. То есть уже, казалось бы, там, ну, скажешь, каждая спальня имеет свой туалет, да? Да. Ну, один туалет на 2 спальни. Это сдавать, конечно, можно. И туалет здесь... такой, я бы сказал. То есть с 71 года сюда копейки не положили, понимаешь? Да, дом не в лучшем состоянии. Он как вот бы... такой тебе больше нравится, вот как мы смотрим? Нет, мне вообще не нравится двухэтажный, потому что там тесно, и будет узкая лестница на второй этаж, и вообще там не повернуться. Ну да. Но больше privacy, как бы, вот разделение между первым этажом и вторым. Свет, а вот я такой вопрос тебе задам. С точки зрения того, что 750 тысяч, это где-то, наверное, и дом можно купить. То есть, может быть, не в таком прикольном месте, как тут, но недалеко отсюда можно было бы что-то купить. Ну, единственное место, где можно недалеко купить, это Испалалта. Испалалта, за такие деньги. А больше нигде не купишь, нет уже таких цен. А куда-нибудь там в Южный Сан-Озе там, нет? Ну, в Южном Сан-Озе, возможно, и есть за 750, но там, чтобы добраться во время трафика сюда в долину, у тебя уйдет минут 40, чтобы сюда случае, забраться. Да. Да, там трафик жуткий, не протолкаться. Вот так в долине реально, реально это еще и место. Нет, и, это место. И школы. Понимаешь, это место, ну, опять школа. Если она говорит сдавать двум молодым людям, скорее всего, у них нет детей школьного возраста. А, больше того, если сдавать семье, мама, папа и даже один ребенок, то маловато места будет.